Друзья, всем добрый вечер. Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Сегодня с вами говорим про деньги. Друзья, тема денег достаточно актуальна. И те, кто смотрит давно мои видео, знают, что я работаю с психологическими моментами, которые влияют вообще на все ваши процессы. На здоровье, на финансы, на успех, на движение. И сегодня был запрос такой: Ален, снимите, пожалуйста, видео про деньги. Так вот, друзья, я вам сегодня отвечаю на этот вопрос достаточно просто и достаточно сложно. У нас будет закрытый клуб по прямым эфирам. Как поднять свой уровень? Будь вы специалист, будь вы какой-то классный коуч, не знаю, там, профессионал какого-то дела. И, друзья, при этом всем вам просто качественно будет необходимо решить вопрос вот как. Первое. Запрос на деньги идет тогда, когда у вас есть их желание их зарабатывать, есть, в принципе, цель, для чего вам нужны деньги, и есть мотивация. Мотивация на достижение. Откуда берется эта мотивация? Она берется из состояния желания и состояния того, что вы создаете. Так вот, самый-самый последний момент, на который нужно будет обращать внимание, если у вас проблемы с деньгами, это лень. Остальное приходит в процессе. Как научиться зарабатывать с мелочи? Об этом был мой первый эфир. Можно продавать, можно обсуждать, можно давать. Но самое главное, деньги приходят на запрос. Если есть запрос на энергию, есть запрос на финансы, они приходят. Почему не приходят к кому-то? Потому что кто-то постоянно смотрит на такие вопросы, как не то государство, не та страна, не та возможность, не тот результат, не то, не то, не то. И это все настолько откладывается в психике человека, что человек прям в это искренне верит, что только не эта страна, только не это то, только не это все. И чем больше человек доверяет такому результату, тем сложнее его жизнь. Я рекомендую вам, друзья, если у вас есть проблемы с финансами, разложить для чего они вам, каким путем вы можете и какие есть ограничения. Ведь очень часто получается, что человек говорит, мне нужны деньги, я хочу денег, но я боюсь денег. Или у меня в семье не принято, что деньги есть. Я даже не могу поверить, что я могу такие деньги зарабатывать. Я просто в шоке от того, что мне дают деньги, я не умею ими управлять. И как только вы понимаете, что да, вот эта история ваша, вы прям таки отмечаете это все галочкой. Что еще хотелось вам сказать? Что деньги приходят на запрос. Еще раз, прописывайте для себя, какой у вас запрос. Кому какой важен. Кому-то важно бабушку там спасти, кому-то важно переехать, кому-то важно семью. Какой у вас запрос? И когда определяете запрос, то прописывайте также еще один момент, почему мне страшно остаться с деньгами. И да, если есть такие проблемы, то они очень часто решаются. Вот, друзья, решайтесь. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале, вы на канале с психотерапевтом, вы на канале, да вообще, с крутым человеком, как меня называют, ну уж будем просты, да, помогаю людям быть счастливым. Если тема ваша, пишите комментарии.